Всем привет, с вами снова Дольфи, и сегодня я решил пройти вот такой вот легенький Extreme Demon Allegiance by Necroplate. И внимание, за 100 попыток. Погнали. Просто без лишних слов, с low detail модом, конечно же. Блин. Сейчас каждая попытка очень важна. Блин, уже 9%. Первая попытка. Как-то странно сейчас получилось. 11. Ну что же, там надо было чуть выше, на зеленых сферах, ну, вы поняли, нажать, чтобы пройти дальше. Блин, опять 11. Блин, четвертая попытка уже. Монетка. Фух. Надеюсь, сейчас как минимум до дропа дойду. Сосредоточен. Да что сейчас опять произошло? Такс. Нет, как я на корабле слил. Уже 11-я попытка. А всего у меня их 100. Это очень жестоко. Повторим. Не повторим. Фух. Уже 20-я попытка. Мне все страшнее и страшнее. Тупо попытки сливая. Хватит. 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 Надо тащить. А, тупо 10 попыток впустую. Ну давай, Данил, Дольфи, соберись. Наконец-то. Ну блин, ну что такое? Еще и вниз улетел. Нормально. Пожалуйста. Черт. Я не нажал вот на ту зеленую сферу, которую перекрывает сейчас кнопочка практик мода. Фух, ну хоть второй раз до дропа дошел. В следующий раз постараюсь уже реально сосредоточиться. Погнали. И, кстати, ровно 40-я попытка. Второй раз подряд. Вот теперь 59. Вот теперь пораньше надо было подняться. Ну, вы понимаете сами, вы же у меня догадливые ребята. Что понимаете? Снова это место. А, теперь минуточку внимания. Омгер снимает разговорные видосы, истории на игроков, проходит демоны в живом 3D. В общем, на его канале не соскучишься. Подписывайся и ставь колокольчик. Найдешь его в описании или в подсказках на экране. Да начнется мясо. 51. Эх, ровно половина попыток. Надо тащить. Срочно. Блин, вот такая тупая смерть сейчас была. Эх. Ну хватит уже.
Попыток все меньше и меньше остается. Я не знаю, что с этим делать. Вот это что такое? Так, сейчас остановлю на паузу. Фух, просто сосредоточусь. И умру где-нибудь вначале, да, спорим? Да. Жалко. Печальная история. Пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Ну вы издеваетесь надо мной. Ах, провал все ближе и ближе. Эх, уже 70 попыток осталось, 30. С жалких 30 попыток. Ой, первая смерть на вейве. Как же я долго этого ждал. Нет. Где моя внимательность? Где моя внимательность? Пипец, полнейший пипец. Ха, ну вот зацепился кончиком об. Короче, мне кажется, пацаны, то, что я все уже слил челлендж. Я за эти 6 попыток уже не битну этот уровень. Но надежда всегда есть. Ой, 99-я попытка. Спасите меня. И последняя 100-я попытка. Все. Я проиграл. Я проиграл. 101-я. Фух, ну, прикольно было. Ага, прикольно. Просто, наверное, уже под вечер. 8 часов. Я очень невнимателен. Завтра воскресенье я продолжу. Но уже просто так добью этот демон. Всем пока, увидимся завтра. Времени. Так мало времени. Так мало времени осталось, но я жду. И сожалею, что когда-то звал друзьями тех предателей, которые на гибель обрекли. Правду знаю я, и знаю свой финал, ведь видел смерть твою уже немало раз. Ты дочь, как дорог не меня, ты твой пацан. Восемьдесят 81%. Это трудный тайминг. Окей, погнали дальше. Да блин! Ну как это работает? Скажите мне, пожалуйста.
Держи! Ха, прикольно, прикольно. Вот собака, собака. У меня почти 11к звезд. Ох, мне повезло. Я вот прям сейчас думал, что я солью. Эх-хе-хе. Очень прикольный демон. Но все-таки, ребят, не торопитесь при прохождении там демона какого-нибудь. Хард, например, демона. Первого своего. Ну или не первого. Все равно. Хорошенечко оттренируйте. Никуда не торопитесь. И можно проходить. Не спеша. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Ставим лайки, нажимаем на колокольчик. А с вами был Дольфи, прокачивал скилл, и пока!